автомеханик. Эта профессия зародилась в XIX веке с появлением первых автомобилей. Несовершенные механизмы часто выходили из строя, и возникала необходимость в людях, умеющих устранять неполадки. С тех пор эта работа остается и продолжает быть одной из самых востребованных, высокооплачиваемых и популярных. Во всяком случае, те, кто выбирает ее для себя, уверены в том, что это так. У нас здесь кабинет-лаборатория, в котором изучают диагностику систем управления автомобилей. Здесь мы проходим теоретическую часть и также проходим практическую. Кабинеты лаборатории Гродненского государственного электротехнического колледжа имени Ивана Щасного и есть то самое место, где будущие автослесари приобщаются к основам профессии. У нас имеется в кабинете, мы постарались создать диагностический комплекс. Благодаря нашим спонсорам нам передали автомобиль Peugeot 607. Мы сделали стойку, на которой попытались ее оборудовать различным диагностическим оборудованием, таким более бюджетным, для того, чтобы можно было научить ребят производить чтение ошибок, удаление кодов ошибок, искать неисправности в пределах нашего кабинета. Профессию, которую осваивают ребята, легкой не назовешь. Свои секреты она раскрывает не сразу. От каждого учащегося требует и большого объема знаний и навыков, и технического мышления. В автомобиле происходят постоянные изменения, особенно в системах управления. Они сейчас становятся электронные, переходят от релейного управления к КБУ, к блочному управлению. На базе колледжа у нас существует несколько сканеров, при помощи которых мы можем производить диагностирование, то есть от бюджетных до дорогих. С помощью необходимого оборудования здесь учатся не только разбирать, ремонтировать и собирать технику, но еще и производить диагностирование системы агрегатов автомобиля. У нас есть автоком, к примеру, есть лаунж X431, который ребята сейчас изучают. Приобрели бошевскую стойку ФСАшную, 760-ю. Также мы можем работать не только с системами электронного управления, но также и с топливными системами. Сейчас ребята будут производить замер давления в топливной рампе. Быстро ориентироваться в различных условиях работы, ставить технический диагноз, правильно планировать и успешно проводить ремонт – все это должны уметь автомеханики. Соответственно, мы можем диагностировать также и датчиковую аппаратуру. У нас имеется вакуумный насос для проверки датчиков абсолютного давления. Также мы можем при помощи мультиметра где-то прозванивать. Благодаря тому, что мы создали этот комплекс, они изучают устройства систем управления непосредственно на автомобиле, не только на плакатах, да, которые у нас имеются, а уже могут найти тот же датчик. Думая о том, что ты можешь, или о том, что ты не можешь, в обоих случаях ты прав. За то время, как этот автомобиль поступил в распоряжение будущих автослесарей, он был полностью разобран и собран заново руками учеников уже много раз. Именно так на практике, уверен наставник, можно лучше всего понять и изучить устройство всех узлов и агрегатов автомобиля. Например, изучить систему управления конкретного двигателя. А также мы можем по сравнению с другими автомобилями, если к нам приезжают, мы можем сравнить, например, французскую систему управления французского автомобиля, например, с немецким. Так как автомобилестроение постоянно изменяется, идут и развитие электромобилей сейчас, модные направления гибридов. Мы стараемся, конечно, успеть за развитием автомобилестроения. И ребятам нужно постоянно усовершенствоваться, поэтому на базе нашего колледжа происходит приобретение различного диагностического оборудования. Понимая, насколько важно идти в ногу со временем, здесь стараются не отставать от внедрения технических новинок. При этом не менее важной остается еще одна задача наставника – формировать устойчивую мотивацию и интерес учеников к профессии. Я, например, считаю, что преподаватель, он должен быть широкой души. К нам приходят разные дети, сейчас модное направление, различный коучинг, мотивация детей. И, наверное, в будущем в профессии наших ребят зависит от того, какого преподавателя они встретят в своей жизни. Мы их должны постоянно мотивировать. А что касается специфики такой, как автомобилестроение, она очень широкая. Мы учим общему, а потом дети должны сделать шаг в своем направлении. То есть он может стать электриком-диагностом, он может стать покрасчиком, слесарем по ремонту двигателей, тем же по кузовному ремонту. Роль наставника в том, кем именно станет в дальнейшем ученик, переоценить невозможно. Именно преподаватель направляет творческую энергию своего воспитанника в нужном направлении. Именно он помогает ему сделать сложный выбор будущей специализации. И лучшим примером, конечно, является это все-таки практика.
когда он придет и попробует своими руками это делать. И если его душе загорится какой-то огонек к этой специальности, ну тогда, конечно же, ему помочь в этом направлении, чтобы в будущем стал прекрасным специалистом. У нас есть пример ребят, за которыми после производственной практики предприятия просто просят, чтобы их направили на работу, потому что они смогли показать какой-то уровень знаний, как теоретических, так и практических. Работа преподавателем и мастером производственного обучения – это очень сложная, творческая, но увлекательная работа, потому что каждый учащийся – это индивидуальность, каждому нужно найти подход. К нам поступают учащиеся разных возрастов, после 9 классов, после 11, имеющие профессионально-техническое образование. Они проходят разные этапы подготовки, теоретическую, затем они проходят в мастерских и лабораториях колледжа практическую подготовку и в дальнейшем выходят на производственную практику. Затем, имея диплом специалиста, трудоустраиваются по полученной профессии. Для многих учащихся этой специальности путь в профессию начинается задолго до поступления в колледж. Есть и такие, для кого заниматься ремонтом техники – дело семейное. Я как бы не самый первый автомеханик, потому что у меня есть старший брат. Он сейчас как бы учится на третьем курсе этой же самой специальности, как бы ССО, автомеханик. В данный момент мы там вместе с братом как бы занимаемся автосервисом, иногда ездим по СТО, работали там однажды в ней. Также мы разбираем мотоцикл, у нас был старый мотоцикл Минск, 125 кубиков 92 года. Также мы недавно приобрели Минск 250 2014 года. Мы разбираем машины Golf тройка, Mazda 323F, Toyota Yaris, Kia Yaris. К нам поступают разные дети, некоторые из них уже имеют базовые навыки, потому что с детства увлекаются техникой, кто-то в гараже с родителями работает, кто-то увлекается схемами, паяют схемы, собирают. Но есть ребята, которые еще только ищут себя, и мы помогаем им найти себя в этой будущей профессии. Также у нас обучается много детей, чьи родители также заканчивали наш колледж и решили, что лучшая судьба для их детей – это стены нашего колледжа и наши получаемые профессии. Очень хорошая профессия, мне она нравится. Больше всего я люблю, конечно, диагностику, там всякие там ремонт, устройства люблю, как бы узнавать много чего нового в автомобилях. Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления. Однако тебе, возможно, придется для этого потрудиться. Мы стараемся вот улучшить нашу базу и для того, чтобы мотивировать детей. Это не только, как говорится, и преподаватель, и база, это должно быть все вместе. Преподаватель не только должен словами мотивировать, но также должен показывать свои практические умения. Когда ребята это все начинают выполнять и делать, ну, в дальнейшем их только будет ждать, я думаю, только успех. И когда у них горят глаза, они приходят после занятий, им хочется что-то сделать, поучаствовать там в кружке технического творчества. Мы там машину и режем, и они красят сами. Друг другу даже мы такое практикуем на производственном обучении. Они друг другу делают задания. Например, они что-нибудь там, скрытые ошибки делают. Одни сделали, а вторые стараются найти. И у них такой дух соперничества. Возникающий во время таких практических занятий дух соперничества не только способствует пробуждению интереса к профессии, но еще и является движущей силой для проявления творческих способностей учащихся. На базе кабинета у нас действует кружок технического творчества, где ребята могут делать различные технические экспонаты, то, что мы вот сейчас уже представляли, которые в дальнейшем участвуют в различных конкурсах. А также они хорошо позволяют потом объяснить принцип работы отдельных узлов и агрегатов. Когда ребята это видят все это в разрезе, когда, как это работает, они могут сначала, например, разобрать это, увидеть, пощупать вживую, из чего оно состоит, потом собрать, подключить и посмотреть, как оно работает. Есть различные технические вопросы, например, когда вращается вот эта шестеренка, когда она не вращается, и когда он это увидел, подключил своими глазами, тогда он лучше это усваивает. Результаты совместного творчества остаются в мастерской, как пример того, чего можно достичь, если заниматься делом увлеченно. И вместе с тем, теперь это действующее наглядное пособие для тех, кто придет сюда учиться завтра. Кроме основных занятий, наши работники уделяют большое внимание техническому творчеству. Рационализаторская, изобретательская деятельность очень помогает будущему профессионализму наших выпускников. Когда они создают своими руками действующие экспонаты и технику, они получают те навыки, которые им очень помогают в будущей профессии. Потому что, когда собранный своими руками экспонат действует, это вызывает большие эмоции и помогает обретать уверенность и будущий профессионализм. Кроме конкурсов технического творчества, мы участвуем в конкурсах профессионального мастерства. Наши учащиеся принимают
участие в этапах конкурса WorldSkills Беларусь, и два участника будут представлять на республиканском этапе по автомобильным технологиям и по электромонтажным работам. Более важно знать то, куда идешь, чем попасть туда поскорее. В этом году я решил поучаствовать в конкурсе WorldSkills. Для этого я прохожу подготовку сборка и разборка двигателя. Геннадий вместе со своим наставником Петром Александровичем Козловым нацелены на победу. Вот в данный момент он зажимает опорные шейки коленчатого вала. Соответственно, соответствует порядку затяжки и соответствующим моментам затяжки. Вот пока что он просто заворачивает бугели, прижимает их к своим местам. Дальше будет зажимать с усилием. План сборки двигателя, то есть в любом случае должна соблюдаться последовательность, получается, сборки двигателя, чтобы не допустить никаких ошибок, чтобы все работало четко и отлажено. И хоть республиканский тур конкурса WorldSkills состоится осенью, работ по подготовке к нему предстоит еще немало. Конечно, их очень много. Если двигатель нам сообщили, какой будет, то в электрике и в диагностике автомобиля мы не знаем, какой автомобиль будет, какое задание там будет. То есть надо готовиться ко всему в общем. Конкурс профессионального мастерства WorldSkills – самый значимый и престижный среди учащихся профтехобразования. Поэтому так стремятся попасть на него. Вот и Геннадию на пути к победе пришлось преодолеть немало препятствий. Должен был проходить отборочный этап в Гродненской области, но поскольку Лидский район снялся, мы решили обратиться, скажем так, к коллегам в Минскую область и попросили их, с их стороны помощи. То есть я участвовал в составе, в отборочном этапе в Минской области и, получается, среди конкурсантов занял 3-е место. Знать цель, к которой мы стремимся, это рассудительность. Достигнуть этой цели – верность взгляда. Остановиться на ней – сила. Попасть далее цели – дерзость. Изо дня в день оттачивать свое мастерство, продвигаться в освоении профессии все дальше и дальше, узнавать все больше нового – только так можно добиться цели и стать успешным. В первую очередь это очень занимательно. Это способствует развитию специальных навыков, специализации, помогает мне саморазвиваться. В будущем поможет в профессии, поскольку я учусь на автомеханика. То есть это все, что мне в будущем пригодится. Очень ответственный человек, во-первых. Все, что говорим, все делать. То есть если другие ребята в какой-то момент им становится лень, тяжело, устают. Устает тоже, но старается до последнего. То есть вот терпение и труд, наверное, все перетрут в данном случае. О том, что терпение и труд все перетрут, Петр Александрович знает из личного опыта. В свое время он и сам учился в стенах этого же колледжа, где сегодня преподает производственное обучение. С 2008 года по 2013 год учился в этом колледже по специальности техник-механик. Остался работать, соответственно, было интересно электрооборудование автомобиля, и вот решил заняться вплотную этим направлением. Участвовал в конкурсе техников-механиков, который проходил в городе Бобруйск, занял там 2-е место, получил диплом 2-й степени и попал в банк данных одаренной молодежи. Теперь он и сам успешно работает с одаренной молодежью, а ее немало. Заинтересованные лица можно найти в каждой мастерской. Ребята в данной мастерской занимаются изучением и назначением генераторов, стартеров, систем электрооборудования автомобиля. Учимся разбирать части, агрегаты, изучаем устройство, прозваниваем цепи. На уроках производственного обучения профессию, как говорится, пробуют руками. Здесь каждый понимает, что невозможно стать хорошим автослесарем, не разобравшись, как работает каждая из составляющих автомобиля. Это действующий образец электрооборудования автомобиля. Ford Mondeo, соответственно, все его части, все навесное оборудование, все системы управления двигателем. Соответственно, ребята учатся разбирать, собирать, изучают устройство, принцип работы. Это оборудование, как и многое другое здесь, дело рук самих преподавателей и их учеников. Когда-то изготовленное на кружке технического творчества, сегодня оно незаменимо на практике. Включаем зажигание и производим пуск двигателя. При прокрутке мы видим график пуска двигателя. Соответственно, видим, как возрастает сила тока и можем судить о состоянии двигателя на основании компрессии. В процессе обучения профессии одинаково важны и практическая, и теоретическая составляющая.
Как их объединить, сделать взаимодополняющими и понятными для начинающих автомехаников? Задача перед преподавателями стоит непростая. В колледже подобран очень замечательный коллектив педагогических работников. У нас работают как ветераны, которые не один десяток лет посвятили колледжу, так и есть люди, которые пришли в колледж и закрепились. И есть молодые специалисты, в том числе и наши выпускники, которые проявили хорошо себя во время учебы, и мы их оставили в дальнейшем на работу. Теперь они сами обучают детей. Всеобщий закон, закон законов – это закон преемственности. Ибо что такое, в конечном счете, настоящее, как не росток прошлого? Значит, у нас сегодня с вами практическая работа. На прошлом уроке мы с вами разбирали устройство КШМ. Сергей Анатольевич Пряжников – один из старейших преподавателей колледжа. Около 20 лет стаж под автомобилем, и около 18 лет после этого я вот преподаю. В этом, ну, еще было производство у меня. Попробовав свои силы в разных сферах деятельности, Сергей Анатольевич вернулся к преподаванию. Если честно, вопрос в том, что мне нравится учить детей, потому что я служил в армии, все время было связано с автомобилями, с техникой, с людьми. И когда результат получается у человека, то есть он понимает, что это получается, ему становится интересно. Предмет, которому обучает на своих занятиях воспитанников, легким не назовешь, но именно он и есть. Та самая основ профессий, не изучив которую, невозможно двигаться дальше. Обучаю учащихся 1, 2, 3 курса и групп ССО предметом устройства автомобилей, техническое обслуживание автомобилей, электрооборудование автомобилей. Принцип обучения у меня состоит в следующем. Сначала мы проходим теоретический материал, потом очень много практических работ или лабораторных. Сегодня попробуем мы ваше задание проверить, то есть как вы усвоили материал и что вы сделали. За годы работы Сергей Анатольевич выработал свою личную систему преподавания. Она основана на разных особенностях восприятия нового материала его учениками. Я уже несколько лет, около 5 лет, пробую организовать учебу по знаниям учащика, то есть как он это понимает, как это он видит. И получается как бы 3 составляющих. Одним очень удобно сначала прочитать, потом увидеть материальную часть, после этого посмотреть фильм. Другим наоборот, то есть это все зависит от того, какое у человека мышление. В этом учебном году преподаватель даже решился на своеобразный педагогический эксперимент. Я предложил учащимся, вот в этом году начал экспериментик такой, с 1 курса все, что они проходят и все, что мы изучаем, изображать в виде структурно-логических схем. То есть вот, что мы сейчас видели, когда учащийся выступал, то есть из чего состоит коленчатый вал. Он вырисовывает каждый квадратик, потом ставит стрелочку, что с чем соединяется. И с этими квадратиками, структурно-логической схемой, он подходит и начинает отвечать у меня на материальные части. Поначалу у учеников возникали трудности в восприятии структурно-логических схем наставника. Но по мере их освоения обучение стало доставлять удовольствие. И ученикам, которые перестали путаться в изучаемых узлах и механизмах, и, конечно же, самому наставнику. Сегодняшний век технологий, вот это именно логика технического мышления, немножко тяжеловато, потому что здесь нужно читать, а не только видеть. И самое главное – уметь показать и потом сделать. То есть вот по такому принципу пробуем. Конечно, это немножечко тяжело. Это иногда дополнительные занятия приходится не проводить. Просятся сами. Тот, кто отстает, я назначаю. И мы с ними вместе просто изучаем предмет. Ведь самое важное в работе наставника – видеть успехи учеников. Знать, что в будущем им обязательно пригодятся те знания, которые с такой изобретательностью преподносятся на занятиях. Ты выполнил свою работу даже с тем учеником, который сначала возмущался, не понимал. И когда он начинает понимать, понимаешь, что, ну, наверное, ты не что-то правильно делаешь в этой жизни, их правильно учишь. Ну, у меня много очень выпускников, которые вот сегодня 20-30 лет выпускников. Первые были 94-96 года. Вот. Есть замначальника ГАИ, другие работают инженерами, практиками во всех сервисах. И говорят, что принцип обучения, в принципе, правильный, потому что по-другому не понять, как работает автомобиль. Если базы не дать правильной, он не разберется ни в каком автомобиле. То есть я стараюсь дать правильную базу, которая завтра нужна будет им за окном.